Выбрать для себя профессию на всю жизнь – вопрос, который в эти весенние дни задает себе каждый выпускник. Хорошим и проверенным способом помочь себе с этим непростым решением являются дни открытых дверей в высших учебных заведениях. В Брестском государственном университете имени Пушкина мероприятие прошло довольно активно и насыщенно. В настоящее время идет подготовка специалистов по 26 специальностям дневной формы и 12 специальностям заочной формы. Мы строим обучение студентов в университете в первую очередь с учетом потребностей региона. И тех специалистов, которых не хватает, недостаточно, мы увеличиваем набор. В последние годы все чаще в ВУЗ стали приходить иностранные абитуриенты. Хакан Чатын приехал в Беларусь из Турции. Университет юноше порекомендовал друг, который сегодня продолжает здесь свое обучение. Молодой человек уже прошел подготовительные курсы. Он планирует стать преподавателем русского языка и литературы. Здесь я учусь русский язык. Когда я спрошу у кого-то, давайте, что это значит, объясните мне, они спокойно дружат со мной и посоветуем друг друга. Еще много иностранцев съезжают из других стран. Они хорошо дружат здесь. К слову, для таких абитуриентов с нового учебного года в Брестском государственном университете имени Пушкина открыто обучение на иностранном языке. В этом году мы будем набирать студентов для обучения на английском языке. Это могут быть как и наши студенты, которые владеют хорошо английским языком, так и иностранные студенты. Это по специальностям туризм и гостеприимство на географическом факультете, по специальностям веб-программирование, математика и физика для второй ступени обучения магистратуры. Среди абитуриентов есть еще те, кто активно выбирает для себя направление профессиональной деятельности. Для них в Брестском государственном университете имени Пушкина предусмотрены встречи с сотрудниками Центра профессионального и карьерного консультирования, созданного в рамках проекта Восточно-Европейского партнерства. Сотрудники центра, пройдя обучение по специальным программам, смогут помочь сегодняшним абитуриентам и старшеклассникам определить свои интересы, склонности, способности, тип профессии, где они могут достичь наибольших успехов в своей профессиональной карьере, а также тип их личности. Анастасия Ноздрин, Блатницкая, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.